Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот к нам пришла такая посылочка вот с Японии, вот как вы вот видите. Ну, сейчас будем ее распечатывать. Заказывали с eBay. Да, заказывали с eBay. Здесь в Японии. Вот там с братом пришла такая посылочка. Видим японская газета. Все очень хорошо упаковано. Так там приходят посылочки с Японии, с eBay. Вот тут даже такие газеты у них есть. Вот, посмотрите, очень интересно. Так, а здесь у нас не упаковано вот такая вот фигурка. Это у нас фигурка Арис Хин из аниме Фаза Зера. Судьба нулевая часть. Тут даже какая-то оригами была. Это у нас оригинальная. Распаковки. Фигурка, кстати, какая-то куриноватая. Наше первое видео, так что сильно не так, коробки мы видим еще. Вот она, фигурочка, она разобрана на части. Фигурка достаточно большая. Фигурка упакована очень хорошо. Каждая часть фигурки упакована в отдельные мешочки. Все идеально прокрашено. Нет никаких изъянов. Фигурка достаточно большая. Ну, очень просто замечательно. Любишь новенько, да? Подставка у нас вообще вся хорошая такая. Ну, здесь написано Китай, но потому что, как всегда, у нас массовое производство идет в Китае. Но фигурка сделана под контролем Японии. Да, то есть это не подделка. Настоящая фигурка. Устанавливаем. Волосы, кстати, еще защищены. Может, обратимаю еще один целлофанчиком. Ну, и видите, как все прокрашено. Нет никаких изъянов. Все идеально. Ровненько, все хорошо. И собираем. Очень надо было сначала собрать, а потом вставить в этот
все очень хорошо, все подошло. Видите, у нас вот Алис Филь. Вот. Белые сапожки. Ну и всегда всем, как всегда, интересно посмотреть, что же с таким между ног и фигурки. Это кому-то. Да, кому-то вот можете посмотреть, у нее здесь одеты черные колготки. Вот. Ну и там вот так вот все ее сделано. Да, даже попу видно. Да. Ну все, ставь ее. И все. Я сейчас зафоткаю. Даже ставится так, это все один, у кого больше, другой меньше. Так, пожалуйста.